Здорово, всем привет, Жима Артёмович на связи, экстренное включение новости, что происходит, что как быстро так просто оповестить, чтобы вы меня не теряли, вы же не все почему-то на Телеграм подписываетесь, а между прочим, там скоро будет основная информация, которой здесь не будет, поэтому ссылочка в описании. Также хочу сказать, что прямо сейчас проходит стрим по играм кооперативы Макс, Ямунаган, Фуга, Анмау, и еще ребята, мы играем в игры с вебками, своя игра, Вестхант, короче, там, ну короче, много всякого, приходи, вот прямо сейчас. Сейчас по ссылочке кликай. Вообще на Аню подписывайся, потому что вот и новости пошли. Потому что в ближайшее время стримов у меня не будет. Я сейчас сижу с ноутбуком, мне все это неудобно дело. И вообще другими делами сейчас занимаюсь. Дело в том, что мы переезжаем в Эквадор, как вы знаете. Я уже грузил сюда анонсик, который потом быстренько удалил, да? Поэтому идите, подпишитесь на Аню. Там будут и проводят совместные стримы со мной. Мы смотрим видосики, вот игры какие-то. Я там собираю людей также. Просто сейчас у себя здесь ничем не хочу заниматься, неудобно. Удобно, да и ноутбук стримы не потянет, а комп собирает свою лень, потому что скоро опять куда-то переедем. Какая-то каша пока что, да, в разговоре. Давайте по пунктам. Мы продали квартиру, в которой я сижу, мы ее продали, все. Ждем денежку. Аня купила билеты в мае, она уже летит в Эквадор. Я пока остаюсь здесь, чтобы потом перевести все наши деньги, чтобы я пришел в банк, перевел ей, ну, безопасность. Чтобы безопасно это все сделать, потому что если потом по карте переводить, по свифту, мало ли, что там заблокируют, не заблокируют. А так пришел в отделение, денежку положил, денежка пришла, проконтролировал, все нормально или нет. Ага, все нормально, тоже полетел. Так что все, Эквадор уже реальность, билет уже куплен, следующий билет мы покупаем мне. Вот, из новостей. Поэтому, говорю, обязательно подписывайтесь на Телеграм, потому что там потом будут анонсы таких вещей, которых, скорее всего, вы не увидите здесь на канале. Мы снимаем влог, я ездил в Волгодонск сейчас, мы с Максом сняли там кое-что, вообще снимаем влог про переезд, потом можно будет увидеть, как мы живем, собственно, в Эквадоре, планируем создать отдельный новый канал, где будут чисто влоги. В основном этим каналом будет заниматься Аня, я там буду принимать участие, буду соавтором, буду монтажером, буду какие-то идейки подкидывать, ну и во всем, короче, участвовать. Но большая инициатива в плане съемок будет от Ани, да? Как там день идет, как там что, ну вы понимаете. Вот, поэтому в Телеграм, потому что, возможно, я здесь не буду об этом оповещать. Возможно, это будет только там. Насчет моих стримов и так далее, будут ли они, когда я приеду туда, возможно, но пока как-то с этим не очень вяжется, как-то у меня желание разное другое поделать. Кое-что я уже делаю, кое-чем я уже занимаюсь, и здесь, опять же, я, наверное, не буду об этом никогда сообщать. Потому что, ну, не хочу переманивать большую часть аудитории, которая не сильно будет заинтересована в том, что я делаю. Возможно. А может, и будет заинтересована, а возможно, нет. Я хочу именно, чтобы туда попали самые-самые-самые, которые вот все время смотрят, которые с нами, они уже в телеге, они уже там на бусте, они уже везде. Вот, в основном с этими зрителями поделиться. Но это потом. Потом я буду этим заниматься. Это уже когда я приеду, когда мы там приживемся и так далее. Пока что я на монтаже. Пока что я на совместочках, на каких-то организациях стримов, которые будут проходить у Ани. Там делаю всякие видосики у Ани. Сейчас буду начинать. Ну, короче, пока есть чем мне заняться. Плюс надо там ездить туда-сюда, туда. Сейчас здесь живем неделю-две. Потом в съемном жилье неделю-две. Потом аэропорты, потом где-то там в другой стране жить, делать документы и как бы стримить игры, да, бросать их все время. Я и так, мне сложно все время кучу игр бросал во время стримов, а тут сидеть и вот так вот перебежками пытаться что-то проходить до конца, голова вообще не работает в этом плане. Также себе делать ролики, это надо сесть, да, выделять каждый день. Планировать все, сидеть, короче, делать, короче, я не могу пока этим заниматься. Да и, честно говоря, в нынешней обстановке пока желания вообще никакого нету. Есть другая клевая работа, будем пока на ней сидеть. Телеграм, кто хочет поддержать, опять же, Бусти. Сейчас там около месяца видосов никаких не выходило, но я на Бусти залил такую штуку, вот которой я, возможно, потом и буду заниматься. Я взял Калисто протокол, удалил оттуда все звуковые дорожки, весь звук, то есть удалил, весь звук заново, объектов, помещений, шагов,
все воссоздал сам и озвучил собственным голосом, сделал такой дубляж, да, собственными руками в юмористическом формате. Вот, если кому-то просто интересно ознакомиться, что я такое там сделал, то подписка на Boosty всего лишь 50 рублей, хотел тысячи сказать. 49 рублей подписка. Вот, пока как-то так, приходите прямо сейчас к Ане на стрим, вот. Мы там с ребятами играем в кооперативе. Я всех собрал, все, там будем играться. И в будущем тоже там будем появляться. Ну и я там все время с Аней видосы всякие смотрю и так далее. Ну не всегда, иногда, да. Вот, все, если хотите меня видеть, то вы поняли, где меня можно увидеть. Все, всех люблю, обнимаю, обожаю, вы лучшие. Спасибо большое за то, что ждете. Спасибо большое, очень крутые комментарии под прошлым роликом был, который я удалил, анонс то был. Вы крутые. Всего вам наилучшего. Стремитесь к тому, чего вы хотите. Добивайтесь того, чего туда-сюда, чего вы хотите. В общем, главное, чтобы вам никто не мешал. Никого не слушайте. Будьте лучшими, крутыми. В общем, как и всегда. До встречи.